Еще один обзор птенцов боевой породы. Шамо. Только вылупились. 21 птенец. От одного до недели. От одного дня до одного. До 7 дней выводок. За неделю вывелось 21 птенец. Сейчас вот отлично себя чувствует. В принципе, это не первый раз уже. И вжимаемость у нас 100%. Только они потом проходят отбор лидеров от отстающих. И уже распределяются своим направлением. Такие вот птенцы у нас вылупляются каждый месяц, каждую неделю. Разные птенцы разных пород. Это шамо с хинтами. Здесь у нас 21 птенец, и они из-под трех мамочек и двух самцов. Потом произойдет отбор их, и они уже будут в отдельном вольере все сидеть. Сейчас пока что они маленькие, все вместе. Тепло. Кушают, пьют, играются. Так что до новых видео.